Красноярске задержаны четверо подозреваемых в торговле детьми. Трое россиян и гражданка Казахстана, которая отдала своего ребенка, заключены под стражу. Один из подозреваемых организовал работу по поиску женщин, готовых за денежное вознаграждение выносить и родить детей для третьих лиц. Они подыскали гражданку Республики Казахстан, которая согласилась, и в королевстве Камбоджи ей была проведена медицинская манипуляция, в ходе которой наступила беременность. Женщина проживала в Казахстане, но в марте 2020 года она прибыла в Красноярск, где подозреваемые поселили ее на съемной квартире, обеспечили продуктами питания, медицинским обслуживанием, заключили договор платных услуг с одним из роддомов. По версии следствия, незаконная деятельность была организована 33-летним мужчиной в 2019 году. Подозреваемые находили женщин, готовых выносить ребенка. Потом за вознаграждение мать отдавала новорожденного. Подозреваемые выступали посредниками в сделке. Следователи уже обнаружили местонахождение 9 младенцев. Все новорожденные помещены в дом малютки. Личности и местонахождение роженец, продавших детей, устанавливаются.